Еще раз добрый вечер. Да, как бы хотела сделать вначале фотографии, что-то там копировать, потом думаю, сделаю-ка я лучше коротенькое видео. Вот хотела вам показать, да. Вот смотрите, да. Вот это вот показано, да. Это продавалось на eBay, да. Я не помню там, как бы какого числа это было, но сейчас я думаю, что мы вот так вот сделаем, откроем, да, видите, вот, да, кстати, это было, я говорила про это в 40-м видео, что я очень как-то так удивилась, когда увидела, что вот, смотрите, видите, давайте мы откроем пошире, да, и вот я вам покажу, я буду так вот водить, а вы будете смотреть, вот, пожалуйста, вот, и смотрите, это Мириам Хаскель, да, и вот когда я купила себе для коллекции несколько изделий этого человека. Я вот как-то так вот подзадумалась, понимаете? Смотрите, наверное, сейчас изделий появится побольше. Вот показываю, видите? И вот человек показывает на ладошке, вот он показывает, да? Это он продавал там частями. Да, значит, маленькие такие лутики. Видно, что для моей, допустим, страны доставка 11 фунтов, да, ну вот видите, и все остальное вот это, да, ну и получается вот так где-то, да, смотрите, вот, раз, с этой стороны так, с этой так, с этой так, значит, я так понимаю, а здесь все было вот так вот, видите, это тоже был ноябрь, да, вот, видите, вот. Никто не купил, кстати, почему-то. Может быть, он снял с продажи или что-то. Вот это вот одно. Значит, я теперь понимаю. Так как я человек такой, знаете, ой, очень доверчивый. Ну вот смотрите. Допустим, я получила цепочку или там ожерелье. Я вот купила Мириам Хаскель, да, я там билась, я купила, а оказывается, что это кто-то сделает сам вручную, да. Но вот это одно, где я там объясняла, что продавались маленькими частями. Маленькой частью я, может быть, и купила бы даже сама, но только не для того, чтобы там потом показывать людям, да. И вот смотрите, у этого же продавца, да, видите, вот. Вот стоимость, за сколько ушло, да. Вот, пожалуйста, видите. Сейчас, видите, вот это тоже, что продавалось в ноябре в этом. 17 бедов, люди бились. Да, и вот так вот. Сейчас я открою и покажу вам. Вот, пожалуйста, смотрите, чего здесь только нет. Видите? Вот так вот. И вы потом купите. И будете считать, что вы купили настоящую Мириам Хаскель, потому что там вот это вот были вот эти все вот прибамбасы, да. Сейчас покажу вам иначе немножко, вот как он выставлял вот здесь вот, да, вот, пожалуйста. Сейчас открою. Не могу открыть почему-то. Ну ладно, так тогда будем смотреть вот это. Да, смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот, потому что вот это все как бы куплено, продано. Ну, тут какие-то запчасти даже хотя бы есть, видите? Вот. Это все вот это продавец, да? И потом, я так понимаю, что может получиться так, что у вас будет вещь, кто-то купит, вот кто купил, да? Я вот две бы купила, потому что у меня есть одно изделие Мириам Хаскель, и там вот этой вот нету как бы замочка, вообще замочка там, он такой какой-то там, а половинка есть, половинки нету, надо найти, кстати, все не могу никак, видите? Вот тут даже маленькая вот эта вот птичка, вот это вот, видите? Вот, с такой бирочкой. Вот, пожалуйста. Все вот это. Потом вот с этой стороны, как они выглядят. Я все показываю. И значит, такой человек, как я не особо понимаю, купит и будет там потом дети, допустим, вот детям и всем остальным доказывать, что это вот
ее изделие, а окажется, что оно абсолютно не ее. Ну, это если мне не попадется мошенник, да? Ой, ну вот, пожалуйста. Видите, как сказочно-загадочно все. Показываю еще раз. Вот, видите. Это вот лот, который я сама нашла на eBay. Я за ним, конечно, следила, да. Но так как каких-то целей там переделывать что-то, да, я не преследовала. Вот я не помню, почему я не купила там две тех штучки. По-моему, потому что продавец, когда вот это продалось, или те продались, снял. Не знаю, я не буду говорить сейчас, да, я не помню. Но я вот просто хочу вам показать, да, пожалуйста. Вот целый такой вот ворох всяких вещей, вот этих, вот именно обозначающих бренд вот этот вот. Ну и все, и больше ничего такого тут у человека нет. Вот я открыла, в принципе, на видео видно. Ну, я не думаю, что я нарушаю какие-то права, из этого какая-то тайна. Это на моем аккаунте, я следила за этим, я хотела купить. Ну, правда, мне не надо было такое большое количество. Ну, и просто я пожалела денег, потому что, ну, как бы я не считала, что я буду вот этим заниматься. Ну, вот так вот. Поэтому вот смотрите, как бывает, да. Поэтому я тоже купила два изделия ее сейчас на данный момент недавно. Ну, как бы я надеюсь, что мне повезло, что мне попались настоящие вещи. Потом я купила такие кучу одиночных сережек, и там тоже у меня, кстати, Мириам Хаскель, поэтому я вот думаю, но она там не вся такая, разобрана немножко, но буду показывать, пока говорю, знаете, так, может быть, вам будет интересно, видите, может быть, вы кто-то заметит, увидит что-то. Ну, хотя не обязательно, но я просто хочу сказать, что бывает и такое, да. Вот, бывают и такие вещи продаются, как запчасти, видите. И никто не стесняется, кто-то купил. Может быть, для своих каких-то нужд, может быть, будет что-то там переделывать и старых бус, не знаю. Ну, так меня терзают смутные сомнения. Не хочется покупать переделанную вещь, как будто бы она новая. Ну вот, это то, что я хотела. Я хотела фотографию, но потом подумала, думаю, лучше сделаю я маленькое видео. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите. Это к 40-му моему видео дополнение, потому что я там сомневалась. Вот. Пожалуйста, просматривайте и заходите на мой канал.